У нас с вами Дмитрий, мы продолжаем играть в Сталкер. Тру Сталкер. Так, где-то тут, наверное, даже наверху, в каком-то из котлов, есть тайник. Я хочу его облутать, посмотреть, что в нем есть. Ну, так и знав. Один тайник, неплохо начало записи. Так, теперь идем вон туда. Так, так, так. Что за фигня? А, это аномальная зона какая-то. F5. Тихие зои, так называемые. Так, сюда нам не надо. Сюда пройдем. Блять. Нет аптечек, серьезно. Так, F5, F6. Наверное, артефакт забагался, надо перезагрузить. Ну, есть такое. Теперь где-то он там. Внизу. Где-то тут можно пройти. Вывод. Эй, сталкер, ты здесь? Бросай все и срочно возвращайся. Есть неотложное дело. Так, мы нашли. Так, чё? Чё за артефакт? Ключик. Кристальный, ух ты. Увы, плюс 5 кило. Ну, такой себе. На бат радиации. У нас персонаж давно не спал. Чё хотел? Наконец-то. Что случилось-то? Мы подумаем насчет найденных тобой катных господов из планов, не забываешь. Пиздить. А как же монгол? Удался самоубить. Что под базу? Машина больше мы не вонит. Так же сами по себе. Не думаю. Наш теперь способом. Угу. В расстоянии бешеный. Потому что с 20. Чем я? Угу. Вообще. Угу. Просто. Давай, давай, типа, можно полевую кухню. От обедатка. Угу. Ага. Я согласен. Какой там долгий аккумулятор? Давно все росту. Вот артефакт работает. Сейчас что-то свернуло игру.
Во-во-во. Приветствую, сталкер. Дубин, так. Я... Да. Это ваш экран. Я набил. В чем дело? Смущает то, что... Да, это... Даш. Каня. Спасибо за встречу. Так. Вот сюда надо. Чу. Давайте без сука сбегаем. Заодно и к заказчику. Так, сохранится, я все время забываю нормально сохраняться. Окей. Настоящее. Пусто, наверное, был сталкер. Хвостик, хвостик, хвостик. Ну, вроде все. Если это аномалия. Все, что это дырки такие. Тип как аномалия отмечен. Ладно.
всегда бывают, ну, аномальные зоны без артефактов, это грустненько. О, вот этого сталкера я лутал, кто помнит. Я помню, что он тут был. Патронов один, да? Я лутал, что-то. Помещение. Пусть знаешь, сука, я иду за ним. Так, F5. Заказчик. А это... В общем, был... дело такое. Пух тоже старался. Да не себя... Фин, кто такой, я понял, что ты не коллекционер. Не скажу, что он был. Ты чертовски по... Да, купил чисто... технический посплин, учился на новинку, бла-бла-бла. Вот. Так. Сюда карман пью. Забыл. Стаду. Потом, когда... Здесь больше идеальный вес вообще. В общем, я... Не помню. Подолжу. Дела я ушел. Ну, спрызу при... Как ты жив стал? Не вообще свой как-то... Ладно, я видел, что ты строил. Что дальше? Я не нужен. Тоже не... Это меня... Так. Идешь. Чтобы больше... Хванешь. Проблемы не нужны. Все, так. Кто ты? Так. Не, ну техник он толковый, но... Эх, что радость, что живость-то. Трюки дам. Краской. В дубе не знаем. Не, обратно верните, откуда взяли. Видно. Тэпнул мне сюда. А. Хотя бы спасибо, у меня к ящику тэп, но я могу чуть лишнего бахла туда сложить. Жалко, лагеря сталкеров нет, сталкеров больше. Какой замечательный стол я вас нашел, знаете ли, судари. И аптечку себе. Так, шкану выкидываем. А такой, что нам надо для квеста? Так, половинку. Хвосты. На пояс прицепить. Где? Вот. Артефакт скин забыл. Кажется, по-моему, полкило весит. Да. Хоть один плюс от него, он просто отправил мне к ящику. Сталкер, сталкер. Жалко вас. Сколько на текущем у меня денег? Мало. Так, сразу такое на базу бандитов отправится. Угу. Ну, придется. Так, беги-беги. Ах, столько бегать не жаль. Трехкратно переварим. Хачет он времени жаль, ебаный беготню. Холодненьки были бы темы. Эх.
Не, дождик в тему тут. Так, мне интересно, как вам туда в подвал вниз попасть. Нет, не ты его сторожишь. Возможно, ты, ладно. А нет, по-моему, с этой стороны надо топать. Тут где-то... Ну, либо здесь, либо тут. Угу. Так, живодёры. А, тут закрыли, не поищи. Так. Ладно. Так. Да, я вышел. Это аж на улице. А, это в основной комплекс. Угу. Ладно, так, пройдемтесь. Так, что есть интересно тут? Он как сна... А, и своего техника. Этот техник что может и за сколько? Рад, какие модификации? Так, говори, так не интересно. Ну типа стали спрашивать, у кого откуда такая красота. Первый на глаз показывает и говорит, это я пацанам хабар зажилил, пришлось отстреливаться. Ну все так типа уважительно кивают. Ладно. Так, чё? Срок тема, тема, всё. Обязательно есть на него кто-нибудь? Никого? Это смотровая вышка? Там всегда должен быть кто-то. Ладно, чутило. Знаешь. Опа, тут тоже выход есть. А, ну тут ворота. Так. О, блядь, заметили, по-любому кто-то кому-то что скажет и будет засад. Вот печатью будет засада.
Ивангуя засада точно будет. Угу. Так, так. Угу. Дело сделано. Думаю, что да. Это да. Да нет. Решили. На какое? Ага. Сохранение игры автоматическое, отлично. Ага. Да, сигнал алкоголя. Лучше не делай этого. Кто это сказал? С этим угончиком. Так. О, угу. Так. Куда, куда? А, shift по локации. С пол локации бежать, так, так, так. Причем давайте съедим, коль мы начали есть. Это восстановленный сил какой-то маленький. Так. Это вся наша банда веселая. Все сбои. Ну что, все готово? Да, с пятым, если как Атониуса и его будем на страже. Погнали. Алло. Алло. Кто это? Рады. Касцена. Разбираться за две, иди что не нужно. Я понял, понял, уже бегу. Сейчас улички, быстрее, быстрее, быстрее. Ладно. Да, куча там закрыли под мог, кажется. Хэсбэнд, но не понимаю, что разделяю. Я загнул, так по всей если получится.
Так. Из торговца сейчас найдем. Ага. Ой, это здание нам надо. Сюда, сюда. Бедолагу сейчас распудим. Меня отсюда. Пульт управления находится на стене. Да, с выхода на свободу. А то он мужик. Итак. Угу. Он будет очень крепко. Хасмаз. Дружище, будешь в баре, найди меня. Обязательно. Постараемся. Темно, ни хрена не видно. Заперто. Там припасы вижу. Я так понимаю, сюда. Кейс торговца. К отряду, так. F5. Один тест. У него есть ключ от этой двери? Ладно. Он тоже смог туда попасть? Нет, конечно. Пиздуй на второй. Второго сможешь. Зато так с третьего. Это наш? Надеюсь. Ну а что было дальше, вы узнаете в следующей серии. Всем пока. А что было дальше, вы узнаете в следующей серии. Для того, чтобы не пропустить ее, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забывайте нажать на колокольчик. Всем спасибо и всем пока!